Многое изменилось со времен последнего турнира бойцов. Темные силы снова пошли войной на земной мир. Их атаки ослабили защитный слой Земли. Враги из Галактической Империи и других планет начали вторжение на Землю. Только самые сильные бойцы могли противостоять их натиску. Лю Кан, принцесса Китана, ниже нуля, Джакс, Соня Блейд, Ночной Волк, Кива, Кертис Страйкер. Они объединились во имя чести и справедливости. Mortal Kombat. Защитники Империи. Восстание. Благородный король Джурат, законный правитель Эдени, милый отец. Завтрашний восход солнца отметит 5000 лет со дня твоей гибели и порабощения одной из самых цветущих планет Эдени. Жизнь тогда была такой светлой, отец. Ты всегда старался быть рядом со мной. Я навсегда запомнила наши прогулки по зеленым лесам и дворцовым садам. Но затем нас поглотила тьма. Так началось ужасное правление Шао Кана. День Шао Кана. Я обещаю, отец. Я буду продолжать борьбу, пока окончательно не свергну Шао Кана. И не вернешь себе законный трон, моя принцесса. Дочь, в которой горит огонь твоего отца. Асгард, какую весть ты принес? Прошло несколько месяцев, и наконец-то все готово, Китана. Все, кто остался верен памяти твоего отца, объединились. Восстание подготовлено. Завтра, в годовщину смерти короля Джурада, Шао Кан будет свержен. И ты станешь правительницей Галактической Империи. Асгард, ты был храбрым рыцарем моего отца. Для меня большая честь видеть тебя в своих рядах. Это честь для меня. Но я должен поделиться с тобой и своими опасениями. Мы собрали большую силу. Несколько планет внутри Империи всегда хранили нам верность. Но я боюсь, этого будет недостаточно. Нам нужно переманить на свою сторону кого-то из союзников Шао Кана, чтобы уравнять силы. Но эта задача невыполнима, потому что сторонники Кана безумно фанатичны. И безжалостны. Шива! Лю Кан, стой! Шива наш союзник. Простите меня, Лю, Асгард. Я не хотела вам говорить, пока не была уверена. Но это безумие. Как можно доверять Шиве после того зла, что она нам причинила? Я понимаю твои опасения. У меня тоже очень неспокойно на душе. Но главная задача — это успех восстания. И без шаканов нам не победить. Поверь мне, смертный, я больше не подчиняюсь приказам Шао Кана. Да? Но почему такая смена ориентации? Это Кан предал нас. Он поставил во главе своей армии кентавров наших заклятых врагов. И вместо меня назначил генералом этого тупоголового Матаро, чтобы он мною командовал. Тогда почему ты так долго служила ему? Мы тоже не можем в одиночку разбить Шао Кана. Но в союзе с принцессой Китаной мы сокрушим его. Этот самозванец больше не будет править империей. Мы согласны возвести на престол принцессу Китану. И, кстати, где Райден и другие воины-земляне? Где они? Они появятся в назначенное время. Отлично. С нетерпением жду момента, когда смогу бок о бок сражаться с богом-громовержцем.
Шива будет сражаться на нашей стороне? Абсурд! Спорю, она держала скрещенными за спиной все свои 20 пальцев. А я не знаю. Быть может, Шива наконец-то прозрела и поняла, кто такой Шаокан. Я ей не верю. Как можно с такой легкостью менять союзников? А как же ты? Может, нам и тебе не стоит доверять? Боюсь, как бы потом Китана не раскаялась в том, что на миг потеряла трезвый рассудок. Может быть. Но подумайте. А что, если Китана права? И она свергнет Кана? На земле наконец-то наступит мир? Ну, не совсем. Нам все равно придется сражаться со скорпионами и стервятниками. Но если Китана будет править империей, то с таким союзником мы приблизимся к миру. Мне это не нравится. Что-то здесь не так. А вдруг Кан узнал о замыслах Китаны и хочет этим воспользоваться? Здесь очень много неизвестного. Но восстание готово, и Китана рассчитывает на нашу помощь. Без Китаны здесь все изменится. Мне ее будет очень не хватать. Тебе? Ты представь, что чувствует Лю. Наверное, он сходит с ума при одной мысли об этом. Как он выдерживает ее уход из отряда и разлуку с ней? Ей тоже очень тяжело. Китана тоже безумно любит его. Такие бойцы должны выступить с севера. Скажи мне, сколько у вас войск? Только точно. Китана, ты уверена, что правильно поступаешь? Ты действительно доверяешь бывшему врагу? Да, я должна это сделать. Это моя судьба. Послушай, Китана, пока еще не поздно. Я хочу тебе кое-что сказать. То, что я должен был сказать тебе давным-давно. Извини, Лю. Нас ждет еще много работы. У нас гости! Я только что захватила этих вероломных бунтовщиков. Мы ведем их в Черную башню, чтобы сдать нашему славному императору. Так не пойдет, Шива. Они сообщат об этом Шаокану. Мы должны их уничтожить. Как прикажешь, принцесса. Люкан, Асгард, вперед! Уничтожить киборга! Неплохо, смертный. Это были последние жалкие машины Кана. Молодец, Шива. Считай, что прошла проверку на верность. Это для меня честь, принцесса. И завтра мы все вместе уничтожим Шао Кана. Докладывай. Слухи подтвердились. Принцесса Китана действительно возглавила восстание. Да, император, это правда. Но ты не волнуйся. Принцесса сама идет к нам в руки. Скоро Райден и его шестерки попадут в нашу ловушку, и мы сможем спокойно захватить беззащитную землю. Ты хорошо справился с заданием, Жанцу. Но почему ты послал меня, а не настоящую Шиву? Шива из Шаканов. Она слишком глупа, чтобы убедить Китана в своей верности. Шива скоро сослужит свою службу. Может быть. Однако я обеспокоен. Мотар и его войска все еще набирают воинов среди намадов на востоке. Они могут не успеть вовремя вернуться. Неважно. Армия во главе которой стоит Шао Кан обязательно одержит победу. Святая Китана, сегодня ты вернешь свой трон. Я знаю, что ты чувствуешь, Лю. Мне тоже очень непросто. Если мы победим, моя жизнь уже не будет такой, как прежде. Но я обязана возглавить восстание, чтобы освободить свою планету. Я не остановлюсь, пока Шао Кан не будет побежден и Эдения не возродится. Я понимаю, Китана. И ты знаешь, что, несмотря ни на что, я с тобой. Рассвет начался. Прошло 5000 лет со дня смерти твоего отца и гибели нашей Родины. Пора, принцесса. Момент настал.
А где же все остальные? Где армия, чтобы справиться с силами Шао Кана? Не волнуйся, дорогой. Мы уже здесь. Они не изменили тебя, отец. Здесь собрались все, кто хочет отомстить за свергнутого короля Джурада и привести к победе его дочь. Так все запомнили? Мы войдем в Галактическую империю в точке Альфа 0900. Затем проследуем на юг и встретимся с Китаной в координатах, указанных Люканом. Правильно? Тогда с Богом. Нет. Я не позволю вам отправиться туда, словно ягнятам на бойню. О чем ты говоришь, Райден? Мы же готовились несколько недель. Я не знаю, что со мной. Я просто чувствую какой-то подвох. Райден, мы 100 раз это обсуждали. Если мы хотим помочь Китане, мы должны лететь. Я тоже не уверен, что мы правильно делаем. Но если мы не вылетим, мы сорвем Китане восстание, так что надо лететь. Пошли, Кива. Нет. Ты останешься здесь, ночной волк. Но почему? По плану мы должны лететь вместе. Ты останешься на базе на случай непредвиденных обстоятельств. Есть риск, что мы все окажемся в ловушке. Я тоже с вами не полечу. Мы должны придерживаться плана. Послушай, я теряю всю свою силу на окраине галактики. Если Китана победит, вы не заметите отсутствие 2 игроков. Но если она проиграет, нам конец. Пока эти идиоты гордо маршируют навстречу своей судьбе, я должен закрепить свою будущую победу. Ты хотел видеть меня. А где Шива? Шива появится, когда придет время. Но сейчас мы должны захватить основание башни, чтобы открыть главные ворота. Спорю, что вы, ребята, меня не ждали. А вот это в наш план явно не входило. Неужели ты надеялась узурпировать власть моего отца? Да, мой отец пал от твоей руки. Ты настоящий узурпатор. Ты бросаешь мне вызов в последний раз. Прикончите ее! Очень вовремя, ребята. Помогите Китане и остальным, я открою главные ворота. Хорошо. Уничтожить их! Давайте же скорее открывайтесь.
разделались. И с киборгами тоже. Похоже, что Лю и Китана побеждают. И я! Что происходит? Где они? Сдавайся, тебе никто не поможет. Шаокан, тебе конец. Вы недооцениваете силу императора. Меня ждете, дорогие. Вот он. Настал момент истины. Да? На чьей же она стороне? Твоему правлению конец, Шаокан. Шива и ее шаканы против тебя. Подумай, что делаешь, дура. Нет. Это ты подумай, Шаокан. Что происходит? Шансун. Благодаря дерзкому восстанию принцессы Китаны трон империи достанется мне. Нет. Мне очень жаль Китана. Шива, я приказываю тебе уничтожить Шансуна. Я не выполняю приказов того, кто называет Шаоканов дураками. Тем более, как выяснилось, в дураках остаешься ты. Предатели, я уничтожу вас. Нет, это тебе пришел конец. Трус сбежал, на его правлению пришел конец. Я, Шансун, стал правителем галактики. И когда я смету вас со своего пути, земля станет моей. Ты кое-что забыл, Шансун? Меня. Он не должен был появляться. Без Райдена земля лишится последней защиты. Я думал, ты окажешься умнее и не рискнешь появиться здесь беззащитным. У тебя был очень хороший план, Шан, но ты совершил одну глупую роковую ошибку. Интересно, какую, громовержец? Ни за что на свете настоящий Шива не согласится сражаться на моей стороне. Разве не так, дорогая? Мы ненавидим друг друга. И я понял, если она хочет выманить меня, значит, это ловушка. Но ты сам прыгнул в нее, как в омут. Да, кстати, Шан. Я не такой беспомощный, как ты думаешь. У меня такое ощущение, что не всем по вкусу твой план стать новым правителем. Шансун, ты предатель. Шива и ее шаганы – мои заклятые враги. Вы оба заплатите за предательство Шаокана. И все же кое-что мне удалось сделать. Я выманил сюда Райдена и его лакеев. Да, верно. И независимо от того, что произойдет, если нас захватят, земля будет обречена. Что он затеял? Матара, ты знаешь, я ненавижу Шаокана за порабощение Дэнни. Но это ничто в сравнении с тем злом, которое посеет этот дьявол, если захватит престол. Правильно, детка. Разве ты не видишь, что они задумали? Они хотят, чтобы мы уничтожили друг друга. Я не поверю, что могучие кентавры и намады согласятся прислуживать Шансуну и Шахану. Никогда. Смерть предателя. Неважно, кто победит. И те, и другие наши враги. Предлагаю с боем вырваться отсюда. Ничто не обжигает сильнее льда. Уверен, что вы с удовольствием задержались бы, чтобы узнать, кто станет императором. Но на земле есть дела поважнее. Дважды уговаривать не придется. Китана, все кончено. Мне очень жаль, но восстание потерпело крах. Райден прав. Мы проиграли, принцесса. На этот раз да. Но настанет день, и империей будет править Эдения. Мне жаль, что у нас ничего не вышло, Китана. Меня утешает лишь то, что ты остаешься со мной. Я никогда не расстанусь с тобой.
На русский язык фильм озвучен студией «Ракурс» по заказу компании «Екатеринбург Арт».